11.07 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Анна Лапшина в студии. И Светлана Занько. Всем здравствуйте. Новое пенсионное обеспечение граждан. Это тема сегодняшнего нашего первого часа. И мы на эту тему говорим с Николаем Пасынковым, руководителем отделения Пенсионного фонда по Кировской области. Николай Владимирович, добрый день. Добрый день. Очень много вопросов в связи с пенсионной реформой возникает у наших слушателей. И мы, собственно, как обычно, мы стараемся это делать. И вам большая благодарность, что вы приходите и рассказываете, консультируете наших слушателей о том, какие изменения грядут, какие настают. И если они настали, но вам непонятно, то что с этим делать. Вот мы сегодня тоже попытаемся разобраться. Разделили мы нашу историю сегодня на четыре части. Мы понимаем, что очень много вопросов, но совершенно справедливо, Николай Владимирович, заметили до эфира, что надо все-таки не галопом по Европам, а предметно разобраться в нескольких вопросах, потом пойти дальше. И поэтому мы говорим сегодня о предпенсионерах, так называемых, сначала с этого начнем, потом посмотрим, у кого сохраняются какие льготы. После этого нужно разобрать главный вопрос. Вот это 1000 рублей, о которых говорили весь прошлый год различные высокопоставленные федеральные особы. Как она в итоге начисляется? Да? 1000 ли это, меньше это, больше? Как она кому там приходит? Потому что, как выяснилось, вот как раз на большом заседании комиссии Общественной палаты, где вы докладывали в конце года этот вопрос, действительно не всем понятно. Там сидели депутаты, члены Общественной палаты, там сидели чиновники и задавали очень много вопросов. Мы полчаса в этом разбирались. Попытаемся сегодня разобраться за более короткий срок. Ну и про индексацию поговорим. Да, это самая приятная, наверное, часть будет нашей беседы. Это то, насколько выросла уже пенсия. Ну, кому-то приятно, кому-то не очень. У кого-то выросла, у кого-то все еще ждут этой самой индексации. Хорошо. Да, давайте поговорим, кто же такие эти предпенсионеры и что пенсионная реформа принесла этим людям? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить за возможность участия в этом прямом эфире, в вашей программе «Дневной разворот». Наверное, действительно очень важно, чтобы на разных совершенно радио, телеканалах, во встречах с просто гражданами говорить о том, что действительно произошло, какие изменения, на основании чего они сделаны и какие новые категории появились. Ну вот начнем с предпенсионеров. В действительности это термин и вообще такая категория появилась после вот такого достаточно активного обсуждения, диалога в обществе о возможных изменениях в пенсионной системе. И появилась эта категория именно потому, что у многих было опасение, что вот у работодателя возникнет некая иллюзия, что надо бы освободиться от тех, у кого будет этот возраст повышаться. Есть такая иллюзия о том, что, может быть, эти люди не будут справляться с теми задачами, которые на них возложены. И, может быть, и другие основания послужили. Это была одна из наиболее таких вот ключевых тем от общества, что есть опасения дискриминации. Очень горячая была тема, ее обсуждали на всех абсолютно уровнях и на всех площадках. Почему была? Она остается очень горячей. Да, она и остается. Но поэтому было принято решение о том, чтобы эту категорию официально, законодательно закрепить, определить, кто это такие, и постараться защитить ее юридически, эту категорию граждан, от возможной дискриминации. Поэтому, собственно, и появились изменения в Трудовом кодексе, появились изменения в Уголовном кодексе, который, Трудовой кодекс предполагает, что такая дискриминация ни по возрасту, ни по полу, ни по цвету лица, ни по вероисповеданию не может быть применена. В данном случае нас интересует, конечно же, возраст. А Уголовный кодекс говорит о том, что если будет необоснованное увольнение или отказ в приеме тоже необоснованный граждан предпенсионного возраста, то это в конечном итоге может привести к уголовной ответственности юридического лица, которое такие подобные действия допустило. Хочу подчеркнуть, обоснованные. То есть, может, какие-то есть причины и обоснованные абсолютно по тому же Трудовому кодексу увольнения, а не по возрасту. Вот именно это защищает данную категорию. Кто попадает в эту категорию? Ну, тут есть несколько разных толкований, которые в разных законах несколько по-разному определяют. Но мы будем считать, что предпенсионерами являются те граждане, которым осталось 5 лет до
наступления пенсионного возраста. А пенсионный возраст, как мы понимаем, по действующему законодательству, принятому в октябре прошлого года, начинает повышаться на год каждый год, начиная с текущего года. Да. Правда, здесь тоже сделано послабление. Послабление такое, чтобы был некий переходный период. Этот год делится на две части, то есть на 6 месяцев. Чем отличается одно от другого? Вот если бы 1 января у кого-то исполнилось день рождения, да, то этот гражданин мог бы выйти на пенсию только через год, 1 января будущего года. Этим обиднее всего. Да, а вот именно поэтому сделали послабление, что не через год, а через полгода. То есть 1 июля он имеет право уже выйти на пенсию. Так вот, эти предпенсионеры – это достаточно большая категория граждан. У нас под эту категорию в 2019 году подпадают порядка 17,5 тысяч человек. По области в целом. И, естественно, у них у всех возникает право, у тех, у кого будет день рождения в первой половине года, вот на 6 месяцев выйти раньше, чем по действующему законодательству. У кого во второй половине? А у кого во второй половине, значит, те вторая половина будущего года. Уже то есть первая половина будущего года. Уже через год, да, получается? Нет, через полгода при достижении имени. То есть, если это будет, скажем, 1 сентября, то прибавляем 6 месяцев, и это будет уже 20-й год, но не плюс год, а плюс полгода от достижения пенсионного возраста. Вот по возрасту вроде бы все абсолютно понятно. Но есть категории, которые тоже будут подпадать под предпенсионеры. Это учителя, врачи и представители творческих профессий. А также те, кто по первому и второму списку вредной профессии. У них право возникает не по возрасту, а по факту выработки определенного количества лет стажа, который дает право на выход на досрочный пенсию. Так вот, у них будут прибавляться эти полгода, к примеру, не к возрасту, а к тому моменту, когда они выработают необходимый стаж. Вот это для понимания и для расчета достаточно трудная будет категория. Но, тем не менее, у нас есть определенная методика, которая разработана, доведена до всех территориальных органов. И с 1 января при обращении этих граждан, значит, очень важный момент, что предпенсионер – это категория, которая имеет право получить соответствующий документ в пенсионном фонде о том, что он является таковым, и что он может с этим документом прийти, в том числе при трудоустройстве его предъявить, при каких-то других взаимоотношениях с работодателем. Он может это сделать лично сам. То есть он может прийти в пенсионный фонд, территориальный орган. Он может обратиться через портал государственных услуг за получением этой услуги. С 1 января это является государственной услугой, и она также будет на портале государственных услуг представлена. Либо обратиться в многофункциональный центр. Но для упрощения этой всей технологии взаимодействия мы заключаем соглашение с работодателями. И у нас таких соглашений уже заключено 2500. В Кировской области, да. То есть мы будем информировать работодателя о том, является этот гражданин предпенсионером или не является. Но это очень важно как раз вот именно для той категории, кто имеет право на досрочный выход на пенсию. Он прибывает, допустим, на другое место работы, естественно, у него не имеет представления о его праве на досрочный выход на пенсию, поэтому будет запрос от этого работодателя в пенсионный фонд, и мы будем представлять данную информацию. Мы прервем сейчас на полминуты. Надо будет еще раз там переварить эту информацию. И надо будет еще пояснить, куда люди могут все-таки обращаться с вопросами. Перерыв. Мы продолжаем разговор с Николаем Пасынковым, руководителем отделения пенсионного фонда по Кировской области. Николай Владимирович, поясните, пожалуйста, вот следующий вопрос мне. Правильно ли я вас поняла, что автоматически буквально на каждого гражданина предпенсионного возраста будет подана информация, она где-то в электронном виде хранится, и любой работодатель на любого человека может сделать какой-то электронный запрос и получить материал. Или в этот запрос формируется, и этот статус человека формируется только по приходу этого человека в пенсионный фонд, за тем, чтобы он получил книжку там, или, не знаю, удостоверение или справку о том, что он предпенсионер. Я вот немножко это не поняла. То есть все учтены и в электронной какой-то базе уже у всех есть свой статус, или она еще только формируется?
Ну, значит, ответ здесь достаточно простой. Дело в том, что начиная с 1997 года в Пенсионном фонде ведется база данных персонифицированного учета, и каждый работодатель представляет туда ежеквартально раньше, сейчас ежегодно, представляет информацию о стаже конкретных работающих граждан. А с прошлого года еще и представляет ежемесячно информацию о тех, кто непосредственно у него работает. Вот именно эта база данных и является основой для того, чтобы мы могли представить эту информацию. Естественно, там есть все персональные данные на гражданина, и можно сделать определенную выборку по году. И вот в этом году уже Пенсионный фонд проинформировал все регионы Российской Федерации, значит, о том, какое количество граждан будет подпадать по возрасту под эту категорию предпенсионеров. Конечно же, обратиться может сам гражданин, но он обратиться может, вот как я уже сказал, либо лично, придя в Пенсионный фонд, либо он зайдет через портал госуслуг для получения под своим аккаунтом. Да, под своим аккаунтом. Либо он обратится для этой же цели в многофункциональный центр. Но если он работает уже конкретно где-то, он может об этом заявить работодателю. И работодатель уже по каналам электронной связи, значит, к нам обращается за информацией по этому гражданину. Угу. То есть фактически мы проинформировали уже крупных работодателей о том, кто на их предприятии является предпенсионерами. Но вот все люди, которые имеют трудовые книжки и которые числятся в Пенсионном фонде, и по которым выплачиваются, да, необходимые средства, они все учтены, по ним все данные есть. Да. Здесь проблем нет. А что касается вопросов, которые возникают с этим статусом, вот вы сказали, особая категория граждан, которые выходят на вот этот предпенсионный возраст не по там, годам своим, не по летам, не по возрасту, а именно по выслуге там, да, какой-то. Да. Здесь какая-то сложность есть или тоже? Ну, есть, конечно, сложность, и она возникает вот в чем. К примеру, если работает педагог в сельской местности, то это нужно по определенным критериям подтвердить, что он выработал этот стаж и является предпенсионером именно в сельской местности. То есть, если у него не только в сельской местности, а еще и в городе, то тогда этот критерий будет меняться. Вот сложность заключается именно в этом. Либо, каждая, значит, история индивидуальная, да, получается. Да. Либо если человек работал на севере, и он работал в местности, которая является крайним севером, и часть своей биографии трудовой работал в местности, которая приравнена к крайнему северу. Это разные совершенно условия, которые тоже нужно определенным образом оценить, сосчитать и сделать выводы, чтобы представить эту информацию о справке о предпенсионере. Поэтому это, конечно, очень будет непростая работа, но, как я уже сказал, что определенная методология у нас выработана, то есть мы готовились к реализации данного закона, и, естественно, до всех территориальных органов порядок, значит, информирование граждан о предпенсионерах у нас доведено. Вот давайте мы просто людям сейчас расскажем, каким образом они могут узнать о своих там правах, о своем времени выхода вот на пенсии. Есть какой-то, да, есть какой-то телефон, потому что если все эти люди пойдут сейчас лично в территориальное отделение, ну, у нас, то я думаю, что у нас есть телефоны горячей линии, которая, значит, у нас работает, ну, если не круглосуточно, то в течение всего рабочего времени, значит. И эти телефоны, они есть на сайте Пенсионного фонда. Причем эти телефоны у нас есть в каждом территориальном органе, в каждой клиентской службе, в каждом районе. А озвучить их мы можем сейчас? Ну, это 39 телефонов, я думаю, что... А, понятно. Можно зайти на сайт Пенсионного фонда. Да-да-да. Давайте один назовем. Вот, вы знаете, правильнее было бы, на самом деле, правильнее бы было начинать все-таки с сайта Пенсионного фонда. Поэтому на сайте Пенсионного фонда есть достаточно много информации, в том числе о порядке получения любой информации, любых справок, которые дает Пенсионный фонд Российской Федерации. Угу. Вот у меня тут есть, да, календарь, да, да, который вот вы принесли и подарили нам, Николай Владимирович. Да, да, да. И здесь есть телефон горячей линии на календаре. В Кирове 57 93 00 и 57 92 70.
Вот да? Видите. Можно по этим телефонам? Обязательно. Да, просто не у всех людей преклонного возраста есть доступ в интернет. Угу. Угу. Но, ну, понятно, что есть люди, которые могут им в этом помочь, но не всегда. Кстати говоря, мы стараемся, чтобы та активная часть населения старшего возраста, кто стремится к этому, они проходили обучение. У нас, кстати говоря, вот в течение нескольких лет проходит обучение, в том числе работа на планшетах. Угу. И у кого есть желание и стремление, они очень даже активно изучили возможности не только самого планшета, но и возможности получения государственных услуг не только Пенсионного фонда, но и всех других организаций. В электронном виде. Это очень удобно на самом деле. Да, и мне кажется, что это не так сложно, на самом-то деле не так сложно. Если человек один раз зарегистрировался на портале госуслуг, то он фактически под своим аккаунтом может получить любую информацию. И достаточно простая и понятная структурированная информация находится на сайте Пенсионного фонда. В том числе информация и о новом законодательстве, о тех изменениях, которые есть. Это она уже вся там размещена. Ну, если кто-то любит поговорить, а есть такие люди. Есть, да. Я, например. Чтобы прийти поговорить с человеком, то это можно сделать в любом отделении Пенсионного фонда. Все ли мы сказали при пенсионерах, что сейчас нужно сказать? Ну, может быть, и не все. Там есть и другие, может быть, подробности. Но основное, вот я думаю, что мы сказали, кто такие предпенсионеры, на что они имеют право. Да, кстати, на что имеют право? Они имеют право, если они находятся в трудовых отношениях, на ежегодное прохождение в медицинских учреждениях обследования. Причем это должно быть представлено работодателем 2 оплачиваемых рабочих дня. 2 подряд или это не регламентируется? Это смотрят, ну, уже 2, по обстоятельствам. 2 дня в году, угу. Значит, вот обязаны представить, а это уже по желанию самого пенсионера. Мне кажется, диспансеризацию проходить в 1 января и 31 декабря как-то не совсем правильно, да? Угу. То есть обычно это проходит 2 дня. Хорошо. Давайте теперь поговорим о тех льготах, которые нынешняя пенсионная реформа принесла или сохранила, а какие изменения произошли, у кого что осталось. Ну, вот мы уже к этому, собственно говоря, подходили в первой части. У кого, собственно, остались и какие льготы? Ну, во-первых, все, кто работает на вредных профессиях, у них у всех льготы сохранены. То есть они будут выходить точно так же на пенсию, как и раньше выходили в 50 лет. Например, кто это? Ну, например, это ряд профессий на железной дороге, это ряд профессий угля, там, добывающие промышленности, те, кто под землей работает, это шахтеры. Значит, туда подпадают ряд профессий, которые связаны с металлургическим производством. То есть вот те профессии, где действительно есть серьезный вред здоровью и серьезной опасности вообще как бы выполнения своих должностных обязанностей. Поэтому вот для этих категорий все сохранено. Есть у нас такая категория, как многодетные матери. Значит, 5 детей и более, они выходят на пенсию точно так же, как и сейчас, будут выходить в 50 лет. Это при общем изменении, как мы понимаем, возраста выхода женщин на пенсию, который поднимается до 60 лет. Они будут выходить точно так же, как и сейчас, 50 лет. Появляются 2 новые категории, которых не было, но они тоже будут иметь право на льготный выход на пенсию. Это женщины, у которых 3 детей, и женщины, у которых 4 детей. Это будет в 57 лет и в 56 лет. То есть вот эти льготы, они также сохранены. Но так как я уже говорил о праве на досрочный выход на пенсию педагогов и медиков, то есть у них право-то тоже остается. У них, скажем, стаж вырабатывать, если нужно было там 25 лет врачу, то стаж-то не прибавляется. Просто прибавляется 1 год по возрасту. Вот и все. То есть для них все льготы, те, которые были правом на выход на пенсию, то есть сама выслуга лет, сохранены. То есть там ничего не изменилось. Что касается льгот тех граждан, которые, скажем, достигли пенсионного возраста, но не подали заявление. Ну, вот, условно говоря, кому-то исполнилось 60 лет мужчине в декабре прошлого года, он заявление не подал. А если подал заявление в январе или в феврале месяце, он право выход на пенсию имеет с момента подачи заявления, а не с момента прибавки там 6 месяцев. Точно так же вопрос остался
такой же и по тем, кто безработные. То есть у нас служба занятости по их представлению выводит на пенсию досрочно. Так вот, эти же правила, которые есть, они также и остались. То есть за 2 года до наступления пенсионного возраста гражданин может выйти, но только возраст будет постепенно подниматься. То есть там вот это условие, основное условие, на основании чего он может выйти на пенсию, не изменилось. Вот те льготы, которые сохранены. Еще раз называю телефон 5793-00. Еще раз мы с Аней обращаем внимание, что каждый случай очень индивидуален, и каждый человек должен отследить. Мне кажется, каждый человек должен на себя взять эту ответственность и отследить по своей пенсии, по своему... Я вам за эту фразу абсолютно благодарен, потому что нельзя считать, что пенсионная система – это система, которая для всех одинакова. Там условия у всех одинаковы, те пенсионные права, которые заработал гражданин, они у всех абсолютно индивидуальны. Если даже на одном заводе одна и та же профессия, в одном и том же цехе работали, но, допустим, у одной женщины было 3 детей, а у другой не было, то пенсионные права будут совершенно разные. Прервемся на этом. И у нас уже поступают вопросы от слушателей, и они как раз касаются 1000 рублей. Ну и вот добрались мы наконец до вопроса, который волнует очень многих. Это пресловутые 1000 рублей, о которых говорили, насколько мы уже тут с коллегами тоже обсуждали, в общественной палате не очень корректно иногда высказывались. И в эфирах наших обсуждали, и со слушателями, да, в том числе. С федеральных каналов звучала цифра 1000, и эта круглая цифра закрепилась очень у многих в головах, как вот что-то незыблемое. Прибавка на 1000 рублей в месяц. Да, со следующего года, ведь представьте себе, разве плохо, если каждый получит по 1000, пенсионеров получит по 1000 рублей прибавки. Это такая история, которая сейчас аукается в том числе и пенсионному фонду, потому что на самом деле существует специальная формула расчета индексации пенсии с 2019 года, и у каждого человека, имеющего разные там пенсии, будет своя в итоге надбавка. А 1000 – это условная история такая получается. В Кировской области я смотрю, что благодаря вот этой формуле повышается... Не буду путать. Да. Давайте Николаю Владимировичу Пасынку, руководителю отделения Пенсионного фонда по Кировской области, передадим слово Николаю Владимировичу. Вас и предупреждали, я помню, на нашем совещании. Да, я думаю, предупреждать не надо было, скорее всего. И сейчас звонков очень много. И вот нам слушатель пишет, я прям скажу, вот какие вопросы, наверное, к вам поступают. Обещали повысить всем пенсию на 1000 рублей. Сейчас позвонила слушательница и говорит. Но по факту получилось, что тем, у кого пенсия была 15-16 тысяч, повысили на 1000 и даже больше. А тем, у кого была маленькая, всего на 600-700 рублей. Мама малоимущая у слушательницы. Ей на 600 рублей повысили. Почему всем по-разному? Путин же сказал, что всем на 1000 повысят. Опять обманывают президента. Так, хорошо. Ну, давайте мы начнем вот с чего. Во-первых, пенсионная система, которая существует в Российской Федерации, она построена на главном принципе – это солидарная ответственность поколений. То есть все работающее население, которое сегодня есть в Российской Федерации, фонд оплаты труда, есть расчеты необходимого тарифа, который должен обеспечивать выплату пенсий нынешним пенсионерам. И в любой стране именно таким образом и осуществляется эта работа. Причем, как мы с вами уже сегодня в эфире говорили, у одних заработная плата, скажем, 15 тысяч, у других 45 тысяч. И я понимаю, и вы тоже понимаете, что вот участие в содержании сегодняшних пенсионеров, у того, у кого заработная плата 45 тысяч, он несет в большей степени, да? И поэтому, как я понимаю, совершенно справедливо при достижении пенсионного возраста все получают пенсию в той степени, в которой они несли ответственность за предыдущее поколение пенсионеров. Зарабатывал больше, отчислял больше, совершенно получишь правильно. Больше. Поэтому у всех размер пенсии является результатом его трудовой деятельности и формирования его пенсионных прав. Поэтому общий принцип индексации пенсии, он у нас не изменился. Берется процент определенный, и на него умножается размер пенсии индивидуально у каждого. Что такое 1000 рублей? Это не условная величина, это средний размер повышения пенсии
а всегда в бюджетном процессе считается не по каждому участнику, а по среднему показателю. Вот именно так и было, собственно, как я понимаю, сделано. То есть бралось количество получателей пенсии, был взят определенный процент индексации фиксированной выплаты и, собственно, самой страховой пенсии. И в среднем получается 1000 рублей в год. Совершенно правильно. По России, числе, вот если взять все пенсии, сложить и на пенсионеров разделить, то получается Получается 1000 рублей. И мало примерно того, пенсия в 14 400 рублей. Да, сегодня после индексации вот это примерно такая цифра. Причем это ведь не только на 2019 год. Ввиду того, что вот в течение той самой дискуссии возникали вопросы, а каким образом вообще индексируется размер пенсии, откуда берется стоимость одного пенсионного балла. И вот для того, чтобы было понятно, на предыдущие 5 лет, последующие вернее, да, эти цифры законодательно утверждены. То есть на каждый год утвержден процент индексации. И в среднем после каждой индексации будет в среднем прибавка, как вот мы с вами договорились, на 1000 рублей. И в 2019 году, и в 2020, и в 2021, до 2024 года. На среднюю пенсию. Я среднюю, на среднюю, да, совершенно правильно. Прямо уточню, что вот если в этом году, например, человек получает прибавку в 700 рублей, то в следующем году эта прибавка будет немножечко больше, потому что будет уже рассчитываться с большей суммы. Да, та самая пенсия. Поэтому давайте мы этот процент, на который нужно умножать, я это правильно понимаю, назовем. Вот да. Если у меня 705? Пенсия... Да, 705. И вот объясните мне, пожалуйста, я долго слушала, Николай Владимирович, ну, может, потому что у меня еще не предпенсионный совсем возраст, я не очень хорошо слушалась, но все-таки страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет с 1 января 2019 года на 7,05%. И дальше вот листовки, которые подготовил пенсионный фонд, и я вижу там просто вот пенсии переведены. Например, если 6 тысяч была пенсия, то с 1 января 2019 года она будет 6 423 рубля. На 423 рубля увеличилась пенсия. То есть мы 6 тысяч умножаем на 7,05. На 7,05. И каждый свою пенсию, которая была в 2018 году, может умножить на 7,05 и увидеть, что если у тебя была пенсия 10 тысяч, то твоя прибавка будет 705 рублей в 2019 году. Если была 12 тысяч, то прибавка 846. А если была 15 тысяч, то прибавка будет 1057. Совершенно и тогда правильно. 50 копеек. Совершенно да, 50 правильно. Копеек. И так далее. И надо это иметь в виду. И в следующем году тоже на 7,05? Нет, в следующем году этот процент будет несколько ниже. Почему? Потому что вот если мы индексировали пенсию в 10 тысяч, а она стала, как там у нас, сколько? Она стала 10 705 рублей. Вот чтобы в среднем была прибавка средней пенсии по Российской Федерации 1 тысяча, вот там и будет рассчитан тот процент, на который будем индексировать. Снова будет перерасчет, получается. Снова будет, смотреть, какая средняя пенсия по России. Вообще-то вот назван, вот, пожалуйста, это законодательно закреплено 350-м законом. Вот с 1 января у нас стоимость одного пенсионного коэффициента 87 рублей 24 копейки. С 1 января 2020 года это будет 93 рубля. С 1 января 2021 года 98,86. То есть эта вся информация в открытом доступе находится на сайте Пенсионного фонда. То есть любой может взять и пенсию, которая будет вот сейчас проиндексирована, может умножить на этот индекс в будущем году, через 2 года, и посмотреть, каким образом будет расти его размер страховой пенсии. Хочу подчеркнуть, это очень важно. Страховой пенсии – это той, которая связана с трудовой деятельностью. Угу. Но у нас еще есть социальные пенсии. Тех, у кого нет трудового стажа, там изменение размера пенсии идет по-другому совершенно. Там правительство утверждает процент индексации, на который будут проиндексированы страховые пенсии, ежемесячные денежные выплаты. И они проходят не с 1 января, как вот страховая пенсия, а в другой период. С 1 февраля и с 1 апреля. Угу. Света? Я понимаю, что это очень сложный процент. Меня баллы-то всегда пугали. А сейчас еще индексы, расчеты, перерасчеты. Нет, ну а балл, тоже, это очень совершенно несложная, так сказать, арифметика. То есть кто-то говорит, что это высшая там математика. Однажды на самом деле надо просто разобраться. Какая же, это высшая математика? Вот я вам сейчас в одной фразе объясню, что такое баллы. Каждый год
утверждается предельная сумма, на которую начисляются стандартные 22% страховых взносов. В этом году эта сумма составляет 1 миллион 150 рублей. Значит, вот если у вас, условно, упрощенно говоря, если у вас заработная плата, доходы ваши были в течение года 1 миллион 150 рублей, вы получаете за этот год 10 баллов. Это максимальное количество баллов. Мне уже нравится эта цифра. Если у вас половина этого, скажем, 500 тысяч, значит, 75 рублей, то тогда у вас 5 баллов. Для того, чтобы выйти на пенсию сегодня нужно 16,2 балла. То есть, если я получаю 1 миллион в год и 2 года поработала, могу выйти на пенсию? У вас уже право вот по этому ограничению уже возникает. Ага. Поэтому на самом-то деле у нас задача в целом в обществе легализовать все заработные платы. Обеспечить, чтобы у каждого гражданина все его доходы были легализованы, чтобы начислялись на них страховые взносы и чтобы эти все суммы попадали на его лицевой счет. Вот задача самая главная. Поэтому, мне кажется, главным, наверное, тормозом развития является конвертная заработная плата. Вот если она будет дальше развиваться, то тогда граждане, которые получают в конверте, они должны понимать, что они для своих родителей уменьшают возможность повышения пенсии. Ну да, сами себя вычеркивают из своего будущего. Мы ни в коем случае не хотим подрывать деятельность пенсионного фонда, Николай Владимирович. Но кроме того, что то есть серая зарплата в конверте не сама по себе возникла, вы же понимаете. Условия ведения бизнеса, экономика страны такова, что они существуют, эти серые зарплаты. Поэтому тут многогранный такой процесс, и нужно работать не только с пенсионерами, предпенсионерами, работодателями. Но здесь еще большая задача перед правительством — такую создать экономическую ситуацию, такую налоговую систему, при которой серые зарплаты будут просто невыгодны, а не только самосознание граждан. Мы же это с вами понимаем. Ну, мы-то говорим сегодня о последствиях, когда у человека, это который закончил трудовую деятельность, страдают других все, возможностей конечно. Изменить уже ситуацию. И причем нет. Страдают поколения, получается. Совершенно правильно. В связи с такой системой. И вот, может быть, это будет темой следующего разговора, если для вас это будет интересно. Мы можем проанализировать, какова же сегодня у нас ситуация в Кировской области по количеству тех граждан, которые попадают в очень сильную рискованную зону, которые трудятся без оформления, у которых, собственно говоря, стажа страхового для выхода на пенсию при достижении пенсионного возраста не будет. Эта угроза для конкретных людей будет очень и очень существенная. Подождите, но если мы говорим сейчас не о черной зарплате, а о серой, то, я так понимаю, мы говорим о людях, которые все-таки минималку официально получают. Да, но и с этой минималки кроме этого что-то есть еще и черная, где вообще никакого оформления нет и никакой оплаты, никакой регистрации и никаких обязанностей. Большой процент? Или это вот невозможно подсчитать? Ну, это уже будет тема следующего разговора. Еще один вопрос от слушателя. Есть еще один вопрос от слушателя. Будет ли надбавка работающим пенсионерам, спрашивают нас. У работающих пенсионеров, так же, как и во все предыдущие годы, есть право и возможность получить прибавку в виде перерасчета пенсии с 1 августа по этого итогам года. Работы за предыдущий год. Вот как это происходит? Определенную сумму за год уплачивают страховых взносов, которые участвуют в перерасчете размера его пенсии. Индексации пенсии с 1 января, вот которая у нас прошла, у работающих пенсионеров на сегодня нет. А значит, перерасчет пенсии с учетом вот, результатов работы за предыдущий год, она как была, так и остается. Но с августа. Да. Но должен сказать, что там в пределах 3 баллов, о которых мы сейчас с вами выяснили. То есть, что такое 3 балла от миллиона 150 тысяч. Ну, делим на 3. И вот в пределах той суммы, которая остается, вот на нее начисление, они будут участвовать в перерасчете его пенсии. Ну, все вот равно это очень сложно. Это действительно Света, так. Света, давай напомним телефон. Мы напомним еще раз телефон 5793-00, 5793-00, телефон горячей линии пенсионного фонда в Кирове. И, конечно же, мы вот когда дискутировали, опять же, вспоминая общественную палату, горячее просто было очень обсуждение в конце года по пенсионной реформе. Мы еще там затрагивали очень серьезный вопрос, который тоже нам надо
надо будет как-нибудь взять в эфир. Серьез, вопрос, который касается сельской местности и городских округов, которые сейчас формируются в Кировской области, поскольку люди, которые получают, попадут в городские округа, будут получать меньшую надбавку, чем люди, которые останутся на селе. Угу. И без изменения условий, собственно говоря, только название поменялось. Это такое, там, по-моему, с палата запрос у нас отправила по этому поводу, тоже вопросов очень много здесь. Ну и плюс, конечно, то, что та история и тот вопрос, который вы озвучивали, ситуация с гражданами, которые в зоне риска находятся, мы обязательно возьмем, Николай Владимирович, и разберем, и будем встречаться регулярно, так же, как делали все предыдущие годы. Минимум раз в месяц мы здесь встречаемся, насколько я понимаю. И это будем делать и впредь. Посмотрите, сколько звонков. А еще могут спрашивать, еще внимательно слушают. Очень хотелось бы, конечно, поговорить все-таки вот о гражданах в зоне риска. Да? Вы говорили о обоснованном и необоснованном отказе, либо там увольнении, да, человека предпенсионного возраста. Вот здесь тоже какие-то примеры конкретные было бы здорово разобрать. Я, правда, не знаю, можно ли это делать сейчас, потому что еще только-только начинается. А ну, сегодня только 10 число, да. два дня еще только этот закон действует, поэтому да. каких-либо обращений по этому поводу я не было. Я даже думаю, что мы этот вопрос вместе с Николаем Владимировичем и представителем профсоюзов обсудим. Может быть. Господином Бересневым. Может быть. Он очень активно обсуждал. Но, видимо, чуть-чуть попозже, потому что пока вот действительно оснований, вот, примеров мы нет. Мы встретимся реально. Уже в феврале. Благодарим Николая Пасынкова, руководителя отделения Пенсионного фонда по Кировской области. Первая часть дневного разворота завершен. Сейчас новости, тематические программы и реклама. И мы встретимся в начале следующего часа.